Клево всем, друзья. Сегодня мы на одном из каналов ловим тараночку. Ловится довольно крупная таранка, хорошая. Иногда ее сгоняет пеленгас. Вот такая красавица попадается. Азовская тараночка. Ну что, закармливаем вот такой закормочной кормушечкой. Сейчас несколько штук положим ее. Сейчас штук 100 кормушек положу. До вечера. Вот там рыба. Да? Это вообще бомба, вообще. Бьет прям по рыбе. Да, бьет, реально бьет по рыбе. Посмотрим, что, может, пеленка стоит, когда будет просос. А? Может, пеленка там стоит. Я не знаю. Бьет, бьет прям по рыбе. Но ее народу не клюет. О, смотри. Видал? Смотри. Не видел, да? Ну что, закормили. Сейчас начинаем ловить. С утра совершенно не было течения. Рыба поклевывала, но очень-очень аккуратно. Поклевки были очень аккуратны. Сейчас я чуть усилилось течение. Работаю клеткой, кормушкой 20 грамм, ее даже слегка несет. Возможно, будет придется увеличивать, но посмотрим. Поводок 0,12 длиной 60 сантиметров. И вот с усилением поклев, течения поклевки стали поагрессивнее. Вот мимо. Красавица. Ой, это красавица. Вот такая красавица. Азовская тараночка. Красивая. Насадка используем опарыш красно-белый. Одеваем по одному, по два. Пока не видели причину увеличения насадки. Пробовали и на большой объем. Какие-то изменения в размере рыбы не было. Только в более долгом ожидании. Рыба есть? А? Рыба есть. Есть рыба. Красавица. Такая вот. Поклевывает. Пока лучший результат насадка показывает один красный опарик. Вот такая красавица. Поклевки не сильные. Использую монтаж петля Гарнера. Как его вязать, можно посмотреть по ссылке. Крючок номер 12 с длинным цевьем. Опарыша одеваю чулком. Кормушка, клетка, 20 грамм весом.
прикормка темная, зимний лещ и зимняя плотва. Такая вот, очень вкусно пахнет, довольно мелкая, легкая. Пока рыбе нравится. Периодически заходит пеленга, старанка клевать перестает. Двух даже умудрились забагрить. Одного сани, одного я. Пеленгас отходит, подходит таранка. Таранка – это плотва, нагуленная в Азовском море. Для нее все нужно делать так же, как вы ловите обычную плотву. Никаких изменений. Ничего выдумывать нельзя, не надо. Вот как ловить плотву, точно так же и таранку. Рыбаки ловили таранку, а поймали пеленгаса. Не надо, не надо. Пеленгас. Да, пепсикола, она всегда работает. С мандариновыми шкорками на пару. А леденцы не пробовал добавлять? Пепсикола всегда работает. По холодной воде. Я думаю, куда на рыбалках девается моя пепсикола, Сань? Ну, а как? Это ты втихаря, а? Добавляешь в прикормку. Буду знать. Буду плотнее крышки закручивать. Ой, как у Сани фрикцион красиво жужжит. Ой, красавец. Рыба любит темп. Не надо долго выжидать. Постоянно надо подавать новую порцию прикормки. Больше 30 секунд ожидать нет смысла. Лучше дать больше прикормки, поставиться, звать рыбу. Пеленгас сошел, Саш, пеленгас на точке, падла. И вот там пипец сколько. Просто пеленгас любит мороженую прикормку, понимаешь? Ты редиска отогнал пеленгаса от себя, согнал его ко мне. Сейчас я вам пенку устрою, подождите. На консультацию придете, мастера. Поводки 60 сантиметров, кормушки 50. На тебе. Опа, смотри. Вон, смотри, вот так. Согнал ко мне всего пеленгас, а? На тебе. Рыбка, не пеленгас. Вроде рыба, не пеленгас. Как бьется, красавец, хорошая. Мне кажется, я обнаглел. Кто? Знаешь, почему? Чего? Потому что перегазит чуть-чуть отойдет, вот поклевка. Да ты его ко мне согнал всего. Так я его тут это глушу. Ты слышишь, какая у меня техника заброса? Да слышу, мне страшно. Глуховая называется. Ага. Слышишь? На подзвук. Да, да. Я тебе говорю, так вообще, что этот, ловишь сазана и на точку сазан зашел. Киверти в ходуном так ходит. Дед тебе так еще рыба поклевал. Ну. Я говорил, поехали со мной, ты не хотел.
ты решил со мной поэтому поехать, потому что я не хотел поехать с тобой. Я просто побоялся, что ты тут от расстройства, что у тебя много клюет. И что у меня будет от расстройства? Простройство? Просрешься. Ну что, Саня, как его отогнать, а? Зараза. Вон в камышице. И вот там стоит пипец. Ну скинь правее, левее, что ты машину там посетил? Я когда у меня эта фея начинается, вправо метра назад, я хочу. Я так делаю. Он приходит, на приходит, а приходит. Сань, пойди червей волосатых накопай, а? Не могу. Накопай. Тупой, тупой у меня крючок, вообще туп. На протяжке только. На подсечке вообще не видно. Протяжка раз и сошла. Да, не хочешь крючок не знаю? Нет. Хочешь, дам камушек наточишь. Фига. Вот это будет 100% фига. Все, раз нифига, значит блин, раз и ясно. Конечно. А ты как думаешь? Слышишь? Или тупой крючок, или перегаз. Да. Нормально я придумал. У тебя нету этого такого? Услуги по вязанию крючков. Я могу этот вот тебе камушек найти, а им заточишь. Не-не-не. Мне надо вязание. Ручная работа. Класс. А, сошла. Так, я, наверное, тоже крючок поменяю. Для тебя я крючок не меняю. Только... А я вот возьму и поменяю. На тебе, на! Чисто на протяге, видишь? Сейчас я крючок поменяю. В шоке. Забрасываешь, как будто на спине ходишь. Ты чё? Ты когда забрасываешь, у меня ощущение такое, что на спине ходишь. Ага. Профи. Такой, знаешь, на такие, на зубочистки, которые... Я ж привык осторожную рыбу ловить, сазан там. Ставридные зубочистки, понимаешь? Слышь, сазан, амур осторожно ловит. Ага. На флет, на 90 метрах. Клейку научись ловить. На сазана попёрли. Клейку попробую половить. Сазана любой дурак. Была поклевка, вот сразу видно было, что не пеленгаз. Поймал? Тащу пока. Давай. Ой, как она бьется, а? Кто она? Рыба. Нормальные звуки фрикциона не слышу. Ничего не слышу. Ай, красавица. Поймал мелочевку какую-то. И она у него бьет. 14-й крючок не работает, понял? Я тебе говорил. А ты не верил? Я тебе не верю. Все равно не верю. Кстати, сейчас на 14 поймал. У меня есть одна фигня, Виталик. Могу дать попробовать. Я не хочу твоей фигни. Смотри какой. Потом скажет, я тебя обновил. Так обязательно скажу. Потому что нифига ничего не пробую. Сейчас я тебя пойму. А что будем делать, когда прикормка закончится? Как че? Землей кормить? У меня не закончится, я маленькая кормушка. А что он делает, громко падает? Потому что у меня кормушка весит больше, чем ты. Понимаешь? Извращение. Да, Саш. А что, когда она массово идет, когда вот и все ловят за десятку? Да, это через 20 минут, я думаю, это еще. Ты мы бы уже закончили, да, думаю? Уйти захочешь. Не, подожди, погоди, смотрел. Ай, красавица, какая красивая. Какая, а? Работаю в удилище Дайва Тендер. Удилище до 30 грамм, длиной 3,37. Очень легенькая палка. Катушечка. Соло 3000. И вот такую прелесть ловить удовольствие полное. Чувствуется все сопротивление рыбы. На катушке намотан плетеночка 0,1. Рыба сопротивляется, ощущение в руку, кайф полный. Кайвертип стоит 0,75. Бублик согнутый. Поэтому все малейшие поклевки очень-очень видно.
Посадочное гнездо 2,2, кавертип очень тоненький, очень изящный, очень чувствительный, очень. Я таранку поймал на этот пенопласт с сапариком. Да, спасибо. Нет. Смотри, какая хорошая. Да, это овея тебе что? Ну, я не знаю, сейчас... Потом пенопласт будешь мне продавать. Да. Экспериментирую. Я думаю, через час я отсюда уже не выйду, так? И чё? Когда подтает. Будешь выносить меня. Плавает полностью. Знаешь, что такое носилки? А? Носилки, знаешь, что такое? Носилки? Да. Это когда насильно? Да. Не знаю, куда меня посадить. Саня, ты сядь и не двигайся. Почему? К вечеру замерзнет, ты выйдешь. А-а-а. Чё, у тебя прикольно уже заканчивается? Да. Да ну нафиг. А что ты будешь ловить дальше? У меня еще одна пачка есть. А, нифига ты крутой. Иди. Вторую рыбу тащу на пенопласт с опарышем. Я тебе говорил. Нормально? Значит, экспериментируем, дуркуем. Когда рыба клюет, и становится скучно. Вот. Пенопласт с опарышем на плавающий крючок. Не продаешь пенопласт? Так, а ну давай мне твое. Беги. Второй эксперимент. Сейчас на силикон съедобный маракуй будем ловить. На опарыше с пенопластом поймали две штуки. Попробовали. На силикон? На силикон. Я тебя просто штук видел, я камышем удалил. Тащим на маракуй, на съедобную резину. Говорят, рыбы нету. О, маленькая, можно выпустить сразу. Сань, на силиконку мелкая. Траву повесили, я никак не выпустил. Больше, чем воды. Неинтересно. Да ну нафиг ничего, я люблю, когда не ловится. Посидеть, подумать, что зачем. Ты же кидаешь, она, блин, как ошалела, нафигачит. Никакого кайфа. Не экспериментируешь, что ловится. На все, что экспериментируешь, она на все ловит. Какая-то извращенная рыба, да? А то дядь коп не знал. Еще раз на мураку одеваем. Ты пенопластом? Не, без. Знаете, пенопласт добывал. Есть. Маракуйя рулит. Блин. Не, ну дорогая насадка получается. У тебя, видишь, у тебя объемная эта кормушка, у тебя рыба там собралась. Да. У меня я маленький брал. Что там у меня такое? Сейчас подкину. Я ее забагрил, Саш. Ага, вот тебе маракуй. Да. Еще и листья таскали. Я ее забагрил за маракуйя. Какая она красивая, а? Смотри, плавники распустила. Красавец. Так, это была нечистая победа маракуйи над рыбой. Давай рыбу ловим. Найдем из запаса. Нечистая, Я голодный, блин. Шахань, тихий, 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 тихий. Саша, фрикцион страшно работает. Я тебе как-нибудь Невскую катушку подарю, Сань. У нее фрикцион громкий. Ой, хорошая. Видишь, я объем корма уменьшил. Угу. И все. Туфлей нету, но я думаю, сейчас она нормально. Ну, видишь, какая-то отходить нельзя. Надо долбить. Угу.
Таранка та же самая плотва, Саш, один в один, никаких изменений. Вот, если умеешь ловить плотву, таранку 100% поймаешь, все. Один в один, все полностью. Не могу, дюб и бросает, дюб бросает. Сейчас аккуратненько стало, да? А? Аккуратненько стало. Да, и вот на маракую, вот она, поклевка и тишина. Вот что-то ей не нравится, как будто выплевывает ее. Может, уже она не воняет? Может. Так. Сейчас еще один эксперимент. Маракуйю добавим. Я могу дать Беркли, то ярко-ярко красный, Виталь. Угу. Хочешь, как пожарный цвет? Не хочу. Или Беркли. Сань, я вижу, что работает, берет. Все, что все работает, да? Да. Вот я сейчас к маракуйю пенопласт добавил. Так, плавает. Получилась чисто плавающая насадка. Опять, походу, пелик зашел, потому что дерг все время. Здрасте, Дим. Приветствую. Привет. Как оно? Идет, на все подряд, без разницы. Вот прикалываемся, он даже на съедобную резину ловит. И на пенопласт ловится, на все ловится. Сидим и дуркуем, скучно. Брини, что-то тихо. Ну тоже вроде у всех тихо. Вот так, подойдет пеленгаз, тишина. Раз пеленгаз отошел, пошла таранка ловиться. То одно, то одно. Клюет на все. Вот просто взяли вот силикон. Съедобный на него клюет. На пенопласт клюет. На парыш клюет. На кукурузу клюет. Главное, чтобы пеленгаз не мешал. Силикон съедобный с пенопластом. Сижу честно, дуркую. Что, очередной ролик записываешь? Ага. Сижу, развлекаюсь. Маракуйя. А вы говорите, рыбы нету. Ага. Тип туда, вот тут какой-то отводной вот этот канал другой. Не знаю, я здесь первый раз. Поплюет. Че? Да? Плюнуло сейчас. По крайней мере. Хорошая, добрая прикость. Ну, с какого-то бадуна первого раза сегодняшний день. Ой, красавица какая. Шикарная. А чуть-чуть поклевывает. Поклевывает. Пеленгасинка отходит, сразу начинает клевать. Нет, отлично, а то проваливается. Как только пеленгас отходит, сразу клюет. Кто там отходит, кто приходит. Даже на лепту даже клюет. Поймал на лепту? А? На лепту поймал. Ага. Ну, штук по 10 это поймали. Можно и поесть. Хорошая, Сань. Какая красавица, добрая, а? Ага. Шикарная. Ну вот и половили. Короткая сессия у нас была. Рыба хорошая, зачетная. Клювала. Подобрали к ней ключик, отлично половили, кайфанули, около 3 часов рыбалка вся была, довольны, все отлично, ставьте класс, до новых встреч, друзья.